А стоит ли сейчас покупать консоль Xbox One? Это, пожалуй, самый популярный вопрос, который задается мне на стримах в ЛС. И несмотря на то, что я на них, в принципе, отвечаю, люди по сей день задаются таким вопросом. Сегодня я хотел бы рассудить этот вопрос, рассказать в каких ситуациях стоит покупать Xbox One, в каких не стоит, ну а также поговорить о том, как идут на него новые вышедшие игры. И если вдруг вам понравится данный видосик, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, ну а также напишите свое мнение в комментариях. Да, и прежде чем я начну, я хотел бы рассказать вам о кое-чем интересном. Смотря на развитие игровой индустрии, нельзя не выделить ее значимость и важность в нашем мире. По большей части многие из нас в игры лишь играют и иногда даже не задумываются, что все то, что у нас перед глазами, это по сути чьи-то творения. Многим со стороны кажется, что создание видеоигр это просто нечто нереальное, сложное, но как по мне нет ничего невозможного. Поэтому если вдруг вам интересна эта тема с разработкой видеоигр, с моделированием, то могу вам посоветовать школу Noor School, в которой вы сможете совершенно бесплатно пройти курс по основам 3D моделирования для игр. Курс рассчитан на 7 дней, а продолжительность уроков всего лишь 4 часа, поэтому при желании его можно пройти вообще за день. Ну или же заниматься, когда вздумается, поскольку все уроки записаны и материалы курса остаются у вас. Если вдруг у вас что-то не получилось, то не переживайте, потому что в течение курса вас будут поддерживать и консультировать кураторы школы, но также подсказывать, как улучшить ваш проект. За время курса вы подробно изучите интерфейс программы Blender, технику блокинга формы, научитесь работать с полигональным моделированием и созданием лоу поле моделей под игры, работать со светом и настройками визуализации, чтобы красиво подать модель. В итоге вы создадите свою первую 3D модель топора или же другого оружия для игр. Повторяю, что это все бесплатно и даже та самая программа Blender, она также официально бесплатна. Конечно, за неделю вы вряд ли станете профессионалами, но так или иначе, при помощи данного курса вы хотя бы поймете, нравится вам это или нет. И если после создания топора вы решите развиваться в 3D дальше, вы можете продолжить обучение на курсе игровой графики Game Art. Там уже разбирается полный цикл создания игровых моделей, как это делают в игровых студиях. После курса вы сможете создавать уже не простые объекты, а целые игровые локации. Научитесь важнейшему этапу игровой разработки, оптимизации моделей и текстур под игровой движок. Научитесь быстро создавать реалистичные и качественные текстуры и в конце получите финальную работу в портфолио. Поэтому, если вы хотите попасть в геймдев или просто научиться моделировать, начните с бесплатного курса, который, кстати, поможет вам сделать первый уверенный шаг в этой сфере. Чтобы принять участие в курсе, а также узнать дату старта ближайшей группы, перейдите по ссылке в описании, ну а также разрешите сообществу отправлять вам уведомления. После этого вы получите все организационные подробности. И да, если что, места на курсе ограничены, чтобы кураторы могли выделить достаточно времени ученикам, поэтому поспеши занять место в группе. Начну, пожалуй, с самой консоли. Если что, Xbox One вышел в далеком 2014 году. Потом он все же появился в российских магазинах спустя целый год. И несмотря на то, какое неудачное позиционирование у него было, как его там раньше хейтили и так далее, данная консоль все еще остается моей любимой консолью, поскольку именно она мне дала больше запоминающихся и положительных эмоций, чем все остальные. На ней был Kinect, классное решение в виде функции снэпа. В ее жизненный цикл выходили эксклюзивы, которые я прошел множество раз и даже есть желание их когда-нибудь перепройти еще раз. Также эта консоль одна из первых консолей, которая была с функцией обратно совместимых игр и несмотря на все это, она все-таки перестает быть актуальной, поскольку уже как год существуют консоли девятого поколения, которые мощнее, инновационнее и которые в будущем будут получать все новые игры. Xbox One, если честно, до сих пор у многих ассоциируется с какой-то ужасной, плохой, ненужной консолью, но это далеко не так. И несмотря на не особую актуальность на ее железо, на нее все-таки вышли такие игры, как Assassin's Creed Valhalla, Forza Horizon 5, Halo Infinite и вышли многие игры, которые вышли в 2021 году. Как они идут, вы в принципе можете увидеть на своем экране. Да, я заморочился и лично записал для вас геймплей. Естественно, показатели будут далеки от того же Xbox Series X, Xbox Series S, но я бы не сказал, что это прям неиграбельно и на том же ПК самые минимальные настройки для меня намного хуже. Единственное, за что бы я дал по шапке в плане не неиграбельность, так это, наверное, мультиплеер Halo Infinite. До сих пор не могу понять и поверить, что майки позволили и допустили выпустить ее мультиплеер в 30 FPS. На мой взгляд, нет очевидных причин, по которой данная игра не работала бы в 60. До сих пор по этому поводу как-то в печали, поскольку это единственный эксклюзивный шутер, который в мультиплеере на этой консоли работает в 30 FPS. Увы. Но, несмотря на это, Xbox One, мне кажется, это не мешает быть хорошей консолью. И знаете, несмотря на то, что в течение года или полтора может быть, больше на нее перестанут выходить самые новые игры, и по актуальной информации, тот же Stalker 2 не выйдет на эту консоль, ровно так же, как и не вышел проект Medium. Но плюс к консоли в том, что за весь период ее жизни, за весь период актуальности на Xbox One есть просто огромнейшее количество игр, в которые можно поиграть. Напоминаю, что у этой консоли есть функция обратной совместимости, которая еще больше расширяет список доступных игр. И самый офигенный плюс в том, что у этой консоли есть подписка Xbox Game Pass как у тех же консолей Xbox Series. И она также пополняется всеми теми же играми, что на мой взгляд очень здорово. Напоминаю, что при помощи этой подписки вы получаете больше чем 100 игр. Эксклюзивы в эту подписку добавляются в день релиза, пополняются и другими мультиплатформенными проектами. К примеру, в день релиза можно было поиграть в Black for Blood, доступно GTA San Andreas. И в общем это действительно крутая экономия, которой пользуются многие обладатели платформы Xbox. А вообще, стоит ли покупать данные консоли сейчас? На мой взгляд, их стоит покупать в таком случае, если вы вдруг не сталкивались с играми вообще или пропустили все восьмое поколение. Ну, к примеру, вы пропустили GTA 5, не играли Fortnite, Call of Duty, новые Assassin's Creed и прочие франшизы. В этом случае данные консоли вам подойдут, поскольку за малую цену вы поиграете в реально огромный список игр, еще который будет пополняться. И это устройство для игр вам будет явно дешевле, нежели собрать ПК. Также еще учитывайте, что конкретно данные консоли вам подойдут, если вы не придержите к пикселям. Поскольку максимальное здесь разрешение это 1000 1080p, не больше. Дело в том, что сейчас консоли на рынке вообще почти нет и что-либо приобрести действительно сложно, но с учетом нового поколения в тех же объявлениях можно найти крайне много предложений с этой консолью. Да, Xbox One Fat вы вряд ли найдете, но если подвернется по цене, можно и ее в принципе. Но я вам все-таки бы советовал целиться на Xbox One S, поскольку он все-таки компактнее. В среднем его можно урвать за 14-17 тысяч рублей, что в целом очень неплохо. Кстати, сразу замечание, если берете консоли с рук, то торгуйтесь и сбрасывайте цену на игры в комплекте. Не берите игры. Я очень много видел объявлений, где накидывают цену именно за игры, и большинство из них это игры за подписку. Там подписку Xbox Game Pass или Xbox Live Gold. И вам в этом случае лучше купить подписку самому, поскольку человек, который продает вам консоль, эти игры без проблем со временем может сделать для вас недоступными. Поменяет вам домашнюю консоль, поменяет пароль и все. Поэтому будьте внимательнее. Кстати, еще чем хороши данные консоли, это тем, что в большинстве версий есть привод. Поэтому если вы любите диски или вы знаете, где купить их подешевле, вы можете на этом знатно сэкономить, купив игру, там перепройти, продать, почему бы и нет. Но единственное, знаете, что у Xbox One S есть версия Xbox L Digital Edition, и там привода нет. Для ценителей пикселей, а именно 4К разрешения, можно рассмотреть в покупку и Xbox One X, который и предназначен для 4К. Но тут нужно будет очень хорошо подумать, поскольку за стоимость, которую его отдают, а именно 23-32К, практически равняется новой консоли Xbox Series S, которая запустит все новые игры и в том числе Stalker 2. Но там уже, конечно, 4К не будет. Но лично я всегда выбираю игры, ибо они и сподвигают нас купить ту или иную платформу. И в случае, если денег немного, за пикселями я бы не советовал обгнаться. На самом деле, принятие данного решения процесс довольно-таки сложный, поскольку иногда сам не знаешь, чего хочешь. Но на мой взгляд, если у вас нету больше 20 тысяч рублей на все эти развлечения, а играть капец как хочется, то Xbox One Fat и Xbox One S для вас будет просто очень хорошим вариантом. Например, данную консоль можно подарить ребенку, который там хочет поиграть в Fortnite. На мой взгляд, это реально нормально, поскольку за подписку в этом случае вы не будете платить, ну и сами в танке поиграете. То касаемо геймпадов, рулей и гарнитур, то здесь все одинаковое. К Xbox One вы можете без проблем подключить даже тот же геймпад от Xbox Series. Ибо, опять же, все аксессуары обратно совместимые. Опять же, единственная разница с новыми консолями на данный момент, это показатели производительности. У вас будет небольшое разрешение и, скорее всего, 30 FPS во многих Проектах, одиночных проектах, но тут сразу скажу, что гнаться за этим, когда бюджет невелик, бессмысленно. Ну и разница еще в том, что со временем данные консоли перестанут получать все новые игры. И скорее всего данный период начнется уже в 2022 году. Но самое главное, к чему я вас хочу подвести, если вы вдруг пропустили восьмое поколение консолей и не играли во множество игр, и вам все равно на самые новые игры, которые выйдут там в 2022 году, в 2023 и позже, то списка игр, который доступен сейчас на Xbox Fan, вам хватит очень надолго. Конечно, в этом случае можно надеяться на xCloud, который поможет Xbox One запустить новинки, но, знаете, это все-таки коленки. И самое главное, знаете, что данный сервис на территории нашей страны, он пока недоступен. Ну а так, в теории, как бы и новые игры, возможно, будет запустить на данной консоли. Что касаемо остального случая, когда вам все-таки важны новые игры, вы хотите там поиграть тоже Stalker 2, то здесь я вам советую смотреть только на консоли нового поколения, потому что они проживут в ближайшие 5-6 лет, а даже может быть и 7. Я очень надеюсь, что данный видос посмотрят все те, кто задавался таким вопросом. И если вдруг вам видос понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно пишите свое мнение в комментариях. И большое спасибо за просмотр. До новых встреч.